Всем привет и хорошего настроения. Сегодня у нас неожиданно организовалась автопешопрогулка к водопаду Воеводе. Он расположен недалеко от села Турья-Поляна Перечинского района на склонах горы Полонина-Руна. В машине мы доехали до точки, где ручей впадает в реку Шипот. Здесь и начинается пешая часть нашей прогулки. Нам останется пройти еще около 4 километров простого подъема. Дорога до водопада, переходящая в тропинку, очень живописная. Идти по ней очень приятно. Кроны деревьев спасают от солнечных лучей и жары. Неспешным шагом до водопада около часа ходьбы. Бурный водопад, струи которого срываются с 6-метровой высоты, и название которого расшифровывается как «Воеводин», «Вой воды», также есть частью ручья Воеводин. Нам повезло. У нас в это время не было. Да, нас не было. Буквально перед нами оно и упало. Что трясется? Какой-то ураган был. Да. Ну я пошла там. Идем, давай, пролазь под низом. Осторожно только. Света, следующий пошел. Короче, сегодня деревопад. Очередное дерево упало. Деревоупад. Деревоупад. Вот. Спинка можно обойти. Не знаю, я так я не знаю. Я полезу туда. Вот уже и водопад я вижу. Приближаемся уже к водопаду. К сожалению, там есть люди. Поэтому, наверное, искупаться не получится. Добрый день. Добрый день. Написано. Бережить природу, маму вашу. Это правильно. Природу надо беречь. Мостик, через который мы прошли, наскальная живопись, надписи. Довольно такой большой, хорошо.
спускаемся вниз к водопаду. Я уже спустился. Девочки идут. Насладившись видами водопада, намочив ноги, ну а мне все же удалось искупаться, мы отправляемся в обратный путь. Прогулка нам однозначно понравилась, мы можем смело рекомендовать ее и вам. Если вам нравятся наши видео о Карпатах, подписывайтесь на канал, а мы будем и дальше стараться изучать и показывать этот замечательный край.